4 медали привезли сочинские дзюдоисты из чемпионата Юга России. Турнир среди сильнейших спортсменов Южного федерального округа проходил в столице Республики Адыгея. Сочинским спортсменам удалось завоевать 4 медали. Бронзовые награды получили Карлен Поляна, Акоп Папазян и Милана Бжедугова. А Кристина Карикян увезла из Адыгеи серебро турнира. В итоге, благодаря таким высоким результатам, сборная команда Краснодарского края завоевала в общем зачете первое место. Добавлю, что в Майкопе на татами вышло 190 дзюдоистов из Адыгеи, Республики Крым, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Севастополя. Турнир стал отборочным этапом для участия спортсменов в чемпионате России по дзюдо, который пройдет в октябре в Грозном.